Салам алейкум, брат. Если шти за наглость, там деньги, документы были. Слушай, ты откуда? С Алматы. Я тоже с Алматы же, ё-моё. Но ты же в магазин идешь, по-любому у тебя деньги есть. А ё-моё. Дай хоть 100 тенге. Мозги не парь. Вы в Алмате подходите, говорите с Павлодара. Здесь говорите с Алматы, ё-моё. Вы определитесь уже, ё-моё. Просто скажу, что ты жадный, и все. Я тут подумала, нам нужно расстаться. Олзик, родной, она не может ждать. Макс, ты что там делаешь, а? Не обессудь, но сердцу не прикажешь. Подожди, ты что, с ней замутил, что ли, еще, где? Послушай, помнишь, ты перед вылетом сам мне говорил приглядеть за динаркой? Я и приглядел. Ишак, ё-моё, алло! Вот представь, на всем бывший разум, да? Она взяла, вот так вот, изменила тебя. Ее вот кто-то брю, кидывай. Вот так, вот так. И она взяла, бросила тебя. Ну, грубо говоря, вот так. Вот так вот бросила. Дурак, что ли?